Что останавливает тебя? Ты устал? Вечно не высыпаешься? У тебя нет сил? Нет времени? Ты родился не в том месте и не в той семье? Что мешает тебе изменить жизнь? Тебе не хватает денег? У тебя нет связи? Как ты думаешь? А может, то, что тебя останавливает, это ты? Тебя останавливает только одно – твои оправдания. Они звучат в твоей голове снова и снова, потому что ты ими живешь, потому что ими живет твое окружение. Срочно прекращай это. Хватит себя жалеть. Хватит окружать себя неудачниками, которые живут так всю жизнь. И если ты увидишь кого-то на Мазерати в дорогих часах, не завидуй ему, потому что он много работал, чтобы получить это. Ему не досталось это от родителей. Он такой же, как и ты. Просто он жил мечтой и не сдавался. Он каждый день работал над собой. Он не искал оправданий, он искал возможности. Он не слушал окружающих, он слушал себя. Так что поднимай свою задницу и начинай действовать. Ты много читаешь, ты много знаешь, но ты ничего не делаешь. Ты ждешь подходящего момента, но он никогда не наступит. Нет лучшего момента, чем сейчас. Это лучшее время, чтобы начать. Не завтра, не послезавтра, а сейчас. Запомни такую фразу. Между неудачей и успехом лежит огромная пропасть, имя которой «завтра». Каждый день делай шаг навстречу своей мечте. И если после этого видео ты не сделаешь первый шаг, ты так и останешься жалким неудачником до конца жизни. Если у тебя есть зрение, слух, две руки и две ноги, значит, у тебя есть абсолютно все, чтобы начать двигаться к своей цели. И никакие проблемы, и никакое окружение тебе не смогут помешать. Если ты действительно захочешь, ты сделаешь это. Если ты признаешь свои оправдания, это уже будет первым шагом. Все оправдания – это иллюзия, это ложь, которую навязало тебе общество. Люди, которые ничего не смогли добиться, будут твердить тебе то же самое. Они будут тянуть тебя за собой. Это могут быть твои родители, знакомые, учителя, преподаватели, коллеги по работе. Но самое смешное то, что умирать ты будешь без них. И свои победы ты тоже одержишь без них. Так что живи так, как хочешь ты, а не так, как ожидают от тебя другие. Останови эту ложь, а ее можно остановить только правдой. И правда заключается в том, что у тебя есть время, есть силы, есть знания, есть навыки, есть все необходимое, чтобы осуществить свою мечту. Все хорошее начинается с испытания, и это не будет просто. Успех не свалится тебе на голову, порой тебе будет тяжело, очень тяжело. Но если ты полюбишь это, если начнешь кайфовать от того, что растешь, а не деградируешь, от того, что с каждым днем ты становишься лучше, ты обречен на успех. И я знаю, ты сделаешь это. Это твой год, это твой день, это твой час, это твоя жизнь, твоя игра. Здесь твои правила, и только ты решаешь, как тебе жить. Только ты. И все, что есть у тебя сейчас, это результат твоих вчерашних действий. Просто возьми и сделай первый шаг. И если не сейчас, то когда? Завтра, завтра, завтра – это слишком долго. Есть только сегодня. Так что измени свою жизнь здесь и сейчас.